Здравствуйте. Сегодня мы скупились в Манне. Знаете, привет. Дружбан стоит, вот охраняет нас, видите, продукты. Скупились в Манне 150 продуктовых наборов для жителей первой площадки. Как обстановочка тут сейчас? Вроде весело. Тихо. Весело. Перед вами прям, блин, свистели к нам. Да? Что перед нашим приездом тоже свистело, да? Да. Это каждый день, да? А вчера как было? Вчера вечером сильно было. Да наслышан, что было очень сильно громко здесь. Вот сейчас мы разгружаем продуктовые наборы. И люди нас ожидают с нетерпением, потому что здесь реальная обстановка очень сложная. И они нуждаются, естественно, в нашей помощи. Все? Вот, все? Сейчас мы уже все выгрузили. Вот сейчас распределять все по пакетам. Спасибо. Ребят, спасибо вам за спасибо. Всем, кто участвует в помощи, выздоровлении деток, всех, кто участвует в помощи вот, людям, которые живут на линии фронта, которые нуждаются в нашей поддержке. Еще раз вам низкий поклон от этих людей. Спасибо. Да. Вам спасибо, что вы всем занимаетесь всем этим большое. Делом. Ну, я-то ладно. Главное, люди, что если бы людей не было, которые меня окружают, я бы тоже не смог помогать. А так у нас они собой со всей России, всем со всего большое. Мира. Спасибо огромное, ребятки, вам. Спасибо. Да, сзади нас, да. Да где-то сзади нас.